Неправительственные организации мы в последнее время часто видим, что, получая извне финансирование, просто бывает, что иногда они могут заинтересованы быть в чьей-то какой-то партии или в чьих-то каких-то кандидатов. Если какие-то количества участвующих от неправительственной организации урезается количество, это же что значит? Это говорит о том, что урезаются их не права, что ли? Я здесь ничего не вижу. Ограничение наблюдателей именно от общественных организаций, мы теперь понимаем, что президентские выборы будут проходить. И поэтому, понимая, что гражданское общество будет наблюдать за этим выбором, они сейчас пытаются ограничить эти возможности. Наблюдатели отправлены от партии или любой партии, которая 6 фракций или другие партии, участвующие в своих кандидатов, выдвигает. Они заинтересованные люди, чтобы выборы были, произошли честным выбором. Вообще бы хотела вызвать на дебаты вот этих трех инициаторов, Назарова, Баймуратова и Айнагулова. Я готова выйти на дебаты для того, чтобы услышать их позиции. Я что-то не могу понять, это Ошураконова, если считает, что ее и других неправительственных организаций лидеров право решать, тогда, значит, они так понимают. Ну, неправительственные организации мы в последнее время часто видим, что, получая извне финансирование, просто бывает, что иногда они могут заинтересованы быть в чьей-то какой-то партии или в чьих-то каких-то кандидатов. То они пытаются регулировать только определенный сегмент, да, это зону, доменную зону KG, а другие интернет-издания, которые зарегистрированы не в доменной зоне KG, они могут информировать, агитировать, не учитывая нормы и положения конституционного закона. То есть это вообще нет смысла даже регулировать интернет. Да. А то, что регулирует ты на гандай, государство же не будет заставлять, что пишите вот так, пишите вот так, да? Есть органы, которые будут заниматься этим, наверное. Я сейчас комментировать не могу его.